Вот мы уже сегодня поговорили о спортсменах крымских, которые показали достойные результаты. Ты знаешь, не меньше младшего поколения, да, детей, подростков, которые действительно талантливы, и им есть что показать. Да, их таких детей у нас творческих, талантливых в Крыму огромное множество. И, кстати, у нас даже существует такой конкурс талантов, который так примерно и называется «Таланты». И в гостях у нас Ставр Канев, его продюсер, о том, как же проходит. Проходили кастинги, про кастинги мы знаем. Сейчас Ставр нам и расскажет. Доброе утро. Доброе. Доброе утро. Доброе утро. А ну что, Ставр, что за проект, который вы организовали и проводите? Этот проект посвящен молодым детям талантливым, которые занимаются вокалом, хореографией, оригинальным жанром, то есть показывают всякие необычные штучки, дрючки. Правильно я понимаю, что отборочный этап уже закончился? Это был не отборочный этап, это скорее был предкастинг, где мы по многим городам Крыма, по трем, Симферополь и Евпатория, Феодосия, искали талантливых детей и отбирали их уже на телевизионные кастинги. То есть, грубо говоря, телевизионные кастинги — это тоже продолжение отборочного тура дальше. А много людей принимало участие? К нам поступило больше 200 заявок вот, по всем городам. А на кастинге прошло сколько? Около 50 человек, но пока точно мы не говорим, потому что еще заканчиваются отборы, и компетентное жюри осматривает. И уже дальше вот из этих 50 будут выбирать лучших, да, которые будут принимать участие в самом, да, самом шоу? Нет, вот из этих 50, скорее всего, они пройдут в кастинге, уже дальше телевизионные, и из них уже будут идти дальше отбираться. А сколько планируется вот основной костяк, так сказать, вот кто будет участвовать в этом шоу? Сколько человек? Ну вот где-то около 50, которые потом будут идти и по выбыванию уже проходить дальше, пока не останутся самые лучшие. Кстати, расскажи все-таки об уровне, с которым дети пришли. То есть это дети прям вот певцы, да? Прям хорошо поют? Или все-таки это пока еще такой себе уровень? Это тайна. Дети хорошие, все молодцы, все стараются. Кому-то надо больше чуть-чуть работать, кто-то уже достиг какого-то хорошего уровня для своего возраста. Поэтому все молодцы. И все не побоялись, пришли, это уже победа над собой, это самое главное. А расскажи, в оригинальном жанре какие были выступления, что показывали дети? Хотя бы вот несколько слов, потому что очень интересно. Вот вы все увидите в наших дневниках, которые у нас сейчас уже запустились и идут вторник и суббота в 19:50. Мы там показываем маленькие эпизодики. Очень хорошие эквилибристы, цирковые номера были очень интересные. Ребята молодцы. Вот очень красиво, я бы так не смог. Дети уже, да, переплевываются? Да, дети уже, дети, да. Хорошо, а когда все-таки уже будет сама программа, когда люди смогут, крымчане, это увидеть? Ну, как только мы запустим вот уже кастинги, то есть это уже ближе к ноябрю месяцу, уже телевизионная версия будет в эфире. Вот, и это будет, кастинги еще будут у нас проходить в записи, а все остальные уже полуфиналы, финалы, прямой эфир. Так что ждите, готовьтесь, будет очень интересно. Ждем. Слушай, ну вот все-таки интересно, а как возникла такая идея вообще такого рода проект создать и организовать? Ну, в Крыму очень много талантливых, как бы, детей, это видно, и им очень сложно здесь развиваться, куда-то идти вперед. Мы хотели бы их показать большему количеству людей, чтобы они тоже начали как-то развиваться, расти дальше, потому что это всегда интересно, когда тебя начинают узнавать, ты уже хочешь добиваться чего-то большего и расти над собой. Но ведь шоу «Таланты» — это не только о развитии, это уже о показе определенных навыков. Конечно. Когда ребенок уже чего-то достиг, он пришел, и он уверен в своих силах, он говорит: «Вот сейчас спою». Ну, у нас были не только детки, которые там занимаются уже несколько лет, были и просто самоучки, которые просто уже хорошо поют, но они сами. И, возможно, их кто-то увидит, какие-нибудь хорошие педагоги, дальше их возьмут за собой расти, они попадут, начнут заниматься профессионально. Да. Да, то есть такой проект может стать стартом, да? Да, конечно, конечно. Потому что это уже у нас трансляция не только по Крыму, но и в интернетике, и люди видят, смотрят, то есть могут смотреть не только в Крыму на этих молодых участников. Сам чего ждешь от мероприятия? Ну, уж будет, хорошо. Жду эмоций моря просто. И классных выступлений, хороших номеров, которые запомнятся надолго. Вот. Угу. Да. В перспективе, может быть, будет, как ты считаешь, и можно ли об этом говорить, может, будет второй сезон, либо вы во втором сезоне уже сразу на взрослых с детей? Ну, посмотрим. Это пусть останется загадкой. У нас есть много разных идей, как развивать этот проект дальше, но мы пока помолчим. Вот как все пройдет хорошо, тогда можно будет поговорить. Тайна, все так тайна. Но будем надеяться, что все будет очень круто, да. В любом случае. Хорошо, давай поговорим о жюри. Значит, на предкастингах работал один состав компетентного жюри. Уже в эфирах будут работать совсем другие люди, но мы их будем потихонечку представлять. Вот мы отсняли уже некоторое количество промо-роликов, где мы будем с этой недели уже их запускать и по очереди представлять всех членов жюри, пока я не буду их называть. Но все ребята очень профессиональные и толковые.
А будут какие-то вот общие критерии отбора, или это будет как-то... Это вы уже увидите в эфире. Опять же. Будем знать. Отбирать будут лучших из лучших. Лучших из лучших. И, а как отбирать? Вот если пришло 50 детей, все они талантливые, и вот как же из них выбрать-то лучшего? Вот поэтому членам жюри предстоит очень тяжелая работа. Вот. Потому что тут иногда взрослых как бы отбираешь, и грустно с кем-то прощаться, а с детьми намного, конечно, это мне кажется, сложнее. В каком-то роде членам жюри будет даже сложнее, чем самим детям. Я думаю, что намного сложнее будет, да, потому что выбрать кого-то из нескольких хороших и оставить только одного, это очень тяжело. Родители же наверняка приходят с детьми, приводят детей. Да. Как они вообще себя ведут? Переживают, подбадривают? Вот расскажи. По-разному, да? По-разному, да, конечно, переживают. В основном родители, они же всегда за своих детей переживают, они считают их самыми лучшими, и лучше их не бывает, вы прекрасно это понимаете. Mm-hmm. Вот, поэтому, да, переживают, нервничают. Но так как пока мы еще никому ничего не говорили, кто прошел, кто не прошел, они не сильно, да? еще пока нет. Далеко не на все вопросы получилось узнать ответы, потому что информация пока что секретная. Тем не менее, Ставр, большое тебе спасибо за такой интересный рассказ. Дети — это всегда хорошо, когда это еще и творческие дети. Очень круто. А нашим телезрителям хочу напомнить, что в гостях у нас был Ставр Канев, продюсер шоу «Таланты». Но мы движемся дальше и посмотрим сейчас самые популярные интернет-ролики, в которых в перспективе даже могли бы поучаствовать эти дети.